Так, интересная встреча у нас. Никита Бегун, Дмитрий Полковников. Пока разминочка. Это еще игра в группе. Посмотрим, даже красивый теннис. Так, начало. Посмотрим, красивый теннис. Блин. Так, Полковников у нас сегодня короткие шипы стоят. Вот, играет короткими шипами. Посмотрим, какой теннис на уровне. Ой-ой-ой-ой, да, сорян, такой прилетел. Такой обидненький, беленький. Так, рука у него болит, он, да. Ух, мощный топс был, мощняцкий был топс. Да, игра в группе. Четыре группы у нас тут. В группе, по-моему, по шесть. Еще очень много, там, не помню точно. О, пошли из топсы. Из группы выходит по два человека в финал. Еще, да. Ошибочка. Приходится протирать, протирают. Втыкивал так, толчок такой был в этот неудобный угол. Ух, какая подача с кем вращением. Да, такие очень-очень такие спортсмены, блин. Посмотрим, посмотрим, красивый теннис. Какие подачи мощные. Потолки. Потолки, блин. Так, 5-3. 5-3 с подачи. Ух, какой топсик хороший. С подачи. 4-5. 5-4. 5-4. Поднял, поднял. Слева бэхан. Ошибся. Ну, все. Много интересных встреч. Как его поднял, какой красивый топс. Много вращения дал. И тут была атака. Блок, блок, блочил. Так втыкивал такого противного. Перелет был. Хорошо, там сядут, вращают. Сразу как защита была, когда толчок был. Так, 6-8. Так, у нас еще Панкратов у нас еще есть мощный. Пока была у него одна встреча. Ух, мощно, мощно с подачей. Такой топ сразу. С выходом. Да, так мощно Никита сыграл. Такая атака была. Все было красиво, но, блин, концовочка. Чуть-чуточку. Все красиво. 8-9. Да, приходится, блин. Тяжелый сет. Сильная борьба у них. Ах, мощная подача. Что-то там со счетом, наверное, чуть-чуть не так. Ну ладно. Плохо слышно. Так, первый сет Никита Бегун перешли. Первый сет. Так, сет номер 2. Ух, топ-топс. Ну, молодцы, молодцы, красиво. Красиво начинается. Ух. Опять опля такая боковая, мощная. Ошибся. Перелет. Мощный, мощный спортсмен, мощный. Ух, какой. Ух, мощный, как это было красиво. Молодец. Был такой, блин, толчок мощный. И концовочка топс такой был. Мощняцкий топс с вращением. Красиво. Ух, опять топсища, но мимо. Все, красиво. Топсят, конечно, они, блин. С таким мощным, да. Так, Никита на гладких, он полностью на гладках.
Как его туда, сюда зашло. Спиливал. Молодцы, красивый теннис показывал. Агрессивно атакую так. Так, 5-4. Красиво. Так, Панкратов, Шевченко. Так, ошибается Никита, чтобы... Ох, аж резины, сколько много было резины, аж звук такой, вращение, блин. Щелкнула резина вообще, конечно, блин. Много было. Это опытная такая подача. Какая подача? Так, по одному они перешли. По одному. Посмотрим, финальный сет. Тяжелая борьба. Ух, хороший топс, молодец, красиво. Перевалился, да? Вращение сколько было. Сразу толчок такой мощный. Да, много любителей тенниса. Приехала поиграть, прям вообще мне. Ох, какие блоки, какие хорошие под топсом. Вставлял Никита, блин. Ох, как поднял, а. Ой-ой-ой-ой-ой. Красиво вообще. Там, блин, и Никита, блин, сделал полностью круговорот. Так, перешли они у них по одному. Так, 3-5. Поднял. О, хорош, красиво, конечно. Да, какой весь уровень посерьезненький уже так. Тяжеленная борьба идет. Да, так, толчки опасные. Топсил Никита. Спилило, видно было, как чуть-чуть не добавил вперед. 6-5. Да, такая тяжелая встреча в группе выдалась. Так, 5-7. Ошибся, попал. Да, хорошо, где втыкивают такие толчки, блин. Играют короткими шипами у него с одной стороны. Гладкие короткие шипы ставят. Перелет. Так, 8-6. Такая длинная встреча у них. Да. Так, Сидоров. Ай-яй-яй. Так, что-то по 8, наверное, у них. Не знаю, по-моему, по 8. Зарубились. Да ты что? Красиво. Так, 8-10.
О, так, победа, бегун 2-1. Молодцы, красивейший теннис, молодцы. Кто выиграл?